Здравствуйте, я Сейдулла Молдаханов, родился в 1958 году. В 83 году закончил в ГИК, мастерская Бориса Чиркова. С 81 года снимаюсь в кино. С 85 года работаю в театре Ильхом. Живу на два города, Ташкент и Москва. В Ташкенте работаю в театре, в Москве снимаюсь в кино. Преподаю предмет «Пластическая выразительность актера». Давал мастер-классы в России, Казахстане и университетах США. В настоящее время снимаюсь, заканчиваю два сериала на Первом и на канале «Россия» и начинаю новый сериал на канале ТНТ. Агент Мария Крыжанская. Всего доброго.